Семена подсолнечника, однолетнего малиновая королева, однолетняя малиновая королева, позволяют украсить приусадебный участок декоративными бордюрными растениями. Высота каждого достигает 180-200 см, поэтому они нуждаются в подвязывании к опоре. Расцветка лепестков цветка малиновая, центр коричневый. Место для высевания подсолнечника малиновая королева выбирают солнечное, с плодородной почвой. Семена высевают на глубину 5 см по 2-3 штуки. Растение не боится холода, сорт относится к четвертой зоне морозостойкости. Пригоден для выращивания в Подмосковье. Подсолнечник однолетний малиновая королева – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Подсолнечник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания подсолнечники прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает подсолнечник однолетний малиновая королева в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.